армысыздар баспасөз конференциясын бастаймыз добрый день мы начинаем сегодняшнюю пресс конференцию бүгінгі баспасөз конференциясы әйелдер кәсіпкерлігін қолдау арқылы ауылдың тұрақты дамуын арттыру тақырыбына арналады осы орайда бүгінгі біздің студиямыздың қонақтарымен де таныс болыңыздар қазақстан республикасының парламент мәжілісінің депутаты майра айсина жасыл экономиканы қолдау және джи дамыту коалициясы кали... заңды ә, тұлғалар бірлестігінің басқарма төрағасы салтанат рахимбекова coca кола Foundation халықаралық қайырымдылық қорының өкілі александра Акерман әлеуметтік динамика қоғамдық қорының директоры елена ажго қазақстан республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жұмыспен қамту департаментінің директоры ерболат Абул Хатин. Ә, майра араповна сөзгезегі өзіңізде рахмет ерболат құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мына бүгінгі мүмкіншілікті пайдалана отыра осы көктемнің і күн шуағыменен келе жатқан әжелеріміздің апаларымыздың құрбы құрдастарымыздың сіңлілеріміздің үлкен әйелдер мерекесіменен құттықтауға рұқсат етіңіздер баршаңыздың отбастарыңыздың төріне бақыт пен ырыс береке мереке үйеласын ал енді ә, мына бүгін сіздердің бізге бізбен кездесуге келіп отырғандарыңыз ол сіздердің де ә, осы әйелдер мәселесін құптап ә, соны ы әрі дамытуға деген үлестеріңіз деп есептейміз ә, мына шын айту керек мына жеті жыл бұрын ә, нұр отан партиясының бастамасыменен бір үлкен жақсы жобаны арқалап келе жатырмыз ол ә, ең бірінші осы ауыл әйелдерінің ә, ауыл әйелдерін қолдау ауылды дамыту осыған ә, байланысты енді ә мына әлеуметтік жауапкершілік шеңберінде бұны бүгінгі таңда осы жеті жыл бойы ә, бізге ө, көмектесіп келе жатқан мынау ы кока кола компаниясы ә, Дегіменен дегенменен біз енді осы жеті жыл болды өзіміздің компаниялардың да алдында мына үкіметтің де да алдында қойып келе жатқан мақсатымыз осы жұмысымыздың нәтижесін көрсетіп осы ауыл әйелдерін дұрстап дұрыстап қолдау деген енді өздеріңіз білесіздер бүгінгі таңда ауыл елбесігі деген бағдарлама ә, жүріп жатыр ә, және ә, енді шын айту керек бүгінгі таңға дейін осы елімізде ы қамыс басын сындырғалы отырған ә, адамдардың жоқтың қасы дегенменен і былтырдан бастап үкімет бер қарап мына өздеріңіз білесіздер ауыл осы жұмысы жүрген әйелдерге көмектесуге грант ретінде олар да қазір 550 жүз елу бөліп отыр бір жыл болды ал енді біз біздің алға қойған мақсат мына өздеріңіз білесіздер еліміздің алар асуы шығар биігі ол бар қазақстандықтарға байланысты соның ішінде әйелге көп байланысты деп есептейміз сондықтан ауыл әйелдерінің потенциалын бұл жерде жақсы пайдалану сол біздің қойған алға мақсатымыз өзі алған ұранымыз да сол ә, әр әйелге іс елімізге табыс деп себебі ә, бүгінгі таңда ауылды көтереміз десек енді көптен бері айтып келе жатырмыз бірақ соның жақсы нәтижесі болмағандықтан осы жобаны бастадық осы жеті жылдағы біздің ә, нәтижеміз шын мыннда да мына ә, әйелдерге үмітіміз ақталып келе жатыр себебі мынау ә, ә, жанұялық бизнесті бастаса әйел бастаса бала да ешқайда кетпейді еңбекке үйренеді отағасы да ешқайда кетпейді сол себепте осы ауылдың ауылды дамыту бір жағынан екінші жағынан ауылдың мәдениетін көтеру ә, және жаңа айтып кеттім ауыл ел бесігі деген бағдарлама бойынша ә, биылғы таңда үкімет тарапынан ә, 400 миллиард қаражат бөлініп отыр ол мына инфраструктураны жақсарту ал енді инфраструктура баратын болса ауылдарға үш мың ә, ауылға ә, онда ә, соны пайдалана отыра бизнесті де әрі дамытуға болады соны ә, сондықтан ә, біз және ол қаражат та далаға кетпей соны қадағалап отыруға бұл жерге де әйелдердің мына ә, потенциалын біз қолдануымыз қажет деп есептеймін және біз айтып отырмыз қазір ә, жалпы ішкі өнімді төрт жеті пайызға дейін көбейтеміз деп біз алға мақсат қойдық қой сол себепте бұл жерде де әйелдердің қосатын үлесі көп деп есептейміз ә, осыны дамыта келе әрі қарай мына ә, біз ә, екі жыл болды республикалық деңгейде форум өткізіп жатырмыз былтыр төрт он төрт әкімшіліктер қолдап ә, облыстық деңгейде де өткіздік ә, енді ә, бұл бұны неге өткізесіздер форумды қайтесіздер деп сұрақ болатын болса шынында да бұл жерде бір жағынан біз айтқанменен кейде ә, онша түсіне қоймайды да ал мына әйелдер өздері осы істі дөңгелетіп жүрген әйелдер айтатын болса ол ә, басқалар да ойлайды енді оның қолынан келсе менің қолымнан келмей ма дегендей сондықтан жүрексінбей осы іске кірісуге олар дайын болады ал ә, қандай осы жеті жылда нәтиже деп айтатын болсаңыздар біз үш жүзге таман тренинг семинар өткіздік ауылдарда оған бүгінгі таңда он бес мындай әйелдер белсенді қатысуда және алпыс бір біздің ә... қыздарымыз бүгінгі таңда грант алып өз істерін дөңгелетіп жатыр гранттың көлемі төрт мың ақш долларының көлемінде ол ә, енді істі бастауға әбден жеткілікті ә, ал енді тәжірибе жинап алса оны әрі қарай ә... жалғастыруға олардың мүмкіншіліктері де да бар ынтасы да бар ниеті де да бар ә, оны мына осы форумдар көрсетті себебі осы форумдар келгенде өздері бірімен бірі тәжірибесімен бөліседі ә, сол ә, бүгінгі таңда ә... 163 ауылдардан әйелдер қамтылған осы форумның шеңберінде 3000 үш дейін әйелдер осы қатысты форумға Со себепте осы жұмысты біз әрі жалғастыруға бүгін дайынбыз бүгінгі таңда біз бүгін осы ыы бастап сондай республикалық деңгейде осы республикалық сайысқа осы форумға старт береміз деп сүйдеген. біз бірақ дегенмен енді жағдайды білесіздер сол себепте мына бүгінгі таңда оны бізге өткізбей конференцияны бірақ сіздердің көмектеріңізге жүгінуге келдік себебі ауыл әйелдері осыны есту керек бәрі де бүгін осыған салысуға сіздердің де көмектеріңіздер дейсе тисе рахмет айтамыз рахмет рахмет майра арапқызы следующее слово предоставляется александра александровне добрый день благодарю Наш международный фонд, благотворительный фонд, существует уже более 33 лет, и за это время он выделил гранты на общую сумму более 1 миллиарда долларов на различные благотворительные проекты во всех странах мира. В Казахстане проект «Белестере» или «Ступени роста» существует уже восьмой год, и традиционно он делался только в трех регионах, в наиболее населенных регионах Казахстана. Это Алматинская область, Астанинская область и, вернее, Акмолинская, извиняюсь, и Каргандинская область, где существовал наибольший спрос на проект, связанный с женским предпринимательством. Но в прошлом году мы хотели расширить этот проект до национального масштаба и попробовали сделать это в пробном режиме путем проведения форумов сельских женщин в регионах. Эти форумы прошли во всех 14 региональных центрах Казахстана с участием местных акиматов и простых сельских женщин, заинтересованных в сельском предпринимательстве. Эти форумы завершились республиканским форумом сельских женщин в Нур-Султане, который прошел в ноябре и был приурочен к Международному дню сельских женщин. Благодаря проведению этих форумов и тренингов по основам ведения бизнеса в рамках форумов нам удалось увеличить количество женщин, прошедших тренинги в прошлом году почти в два раза. В общей сложности около четырех с половиной тысяч женщин в прошлом году прошли тренинги по основам ведения бизнеса и предпринимательства. Как всегда, ежегодно было выдано 10 грантов на создание малого бизнеса, был проведен конкурс бизнес-идей. И 10 женщин получили мини-гранты в эквиваленте 4000 долларов для создания или дальнейшего развития собственного бизнеса. В этом году мы продолжаем проведение сельских форумов. Они зарекомендовали себя очень успешно, были очень популярны. По итогам прошлогодних форумов была опубликована книга с историями 100 сельских женщин, которые показали себя наиболее успешными и выдающимися в своих регионах. Было открыто очень много талантов, в том числе существующих предпринимательниц. И в этом году мы также ждем женщин к участию в этих форумах и в третьем республиканском форуме, который пройдет в начале ноября. Хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником 8 марта и пожелать благополучия и здоровья. спасибо ә, кешіріңіздер ерболат махамбетұлы сөз кезегі өзіңізде рахмет құрметті қаралық құралдар өкілдері жалпы енді мемлекет тарапынан әйелдерді кәсіп біліктің қолдау мақсатында көптеген бағдарламалар іске келеді соның бірі енді нәтижелі жұмыспен қамту еңбек бағдарламасы ә, Государством принимаются многие меры по развитию предпринимательства, по обеспечению занятости женщинам. И одна из мер ⁇ это реализация механизмов через инструменты государственной программы МБЕК. Хотел бы сказать, что в прошлом году в программе МБЕК приняло у нас участие более 660 тысяч человек. Из них 43% или 260 тысяч ⁇ это женщины, участвовали в программе. И из числа участников программы, вот эта программа больше направлена на сельскую местность, 57% участников это женщины. И одним из действенных механизмов программы является развитие предпринимательской инициативы граждан. Здесь в рамках программы принимаются такие меры, как обучение основам предпринимательства. В прошлом году было обучено почти 75 тысяч человек, предоставление льготных микрокредитов, в прошлом году получила микрокредиты почти 18 тысяч человек. В этом году по поручению президента страны Казанжи что Токаева были пересмотрены механизмы микрокредитования для многодетных, малообеспеченных членов семей. То есть, чтобы эти женщины могли иметь доступность к кредитованию, в этом году будут кредиты им предоставляться по 4% годовых сроком до 7 лет сумма микрокредита до 20 миллионов тенге на все виды деятельности, в том числе для ведения бизнеса на дому. Кроме того, в прошлом году большое значение получило грантовое финансирование, то есть в рамках государства предоставляет бесплатные гранты именно на развитие первоначального бизнеса. У нас есть очень много успешных примеров в этом направлении. Гранты в прошлом году были от 100 МРП, были в этом году, но в этом году, с 2020 года, у нас гранты предоставляются в размере 200 МРП, это 505 тысяч тенге. То есть для развития бизнеса именно сельским женщинам, занятия рукодельничеством, развития мелкого бизнеса, то есть для семейного бизнеса, очень хорошие стартовые деньги. То есть государство здесь оказывает беспрецедентную помощь, именно предоставляя бесплатно. При этом хотел бы сказать, что именно получатели адресной социальной помощи из числа женщин, которые многодетных семей, могут получить эти гранты без обучения основам предпринимательства, то есть имея уже практические знания, применить деле. В этом направлении мы, Министерство труда, работаем совместно. С неправительственными организациями, то есть сейчас у нас, у нас стоит большая задача по развитию социального предпринимательства, то есть развитие социального предпринимательства именно в малообеспеченных, многодетных, лиц с инвалидностью, чтобы они могли заняться делом и в целях повышения их дохода. И в этом направлении мы очень в этом году начали сотрудничать с коалицией за зеленую технологию по развитию предпринимательств женщин. Именно определили регионы, то есть это густонаселенные регионы, регионы где много женщин получают адресных социальной помощи, где много женщин, многодетных женщин. И поэтому в этом направлении будет у нас совместно, также здесь работает совместно с вами Национальная палата предпринимателей Атамикен. В этом в прошлом году именно в развитии социального предпринимателя мы тоже начали рядом социального предпринимательства тоже большую работу и в этом году эта работа будет у нас продолжена. Спасибо. Рахмет Келесюс Гезега Салтанатхан, возьмись Рахмет, керлогнун курмет бухрало как параткалдар гукулдера, алдындағай төпкен тахропта жалгастра индиевем. Как раз буквально с весны этого года мы стали очень тесно сотрудничать с Министерством труда и социальной защиты по проекту Елю МДР. Была прекрасная возможность вам о ней рассказать, и мы на Facebook, вообще на всех социальных сетях об этом рассказываем и пошагово информируем, как наши победительницы конкурса кока cola Белестеры сегодня становятся координаторами этого замечательного социального народного проекта. Те меры поддержки по линии государства, которые сейчас предусмотрены, для многодетных матерей, мы как раз таки организовываем, их консолидируем для того, чтобы каждое село смогло заняться одним видом или несколькими видами бизнеса, для того, чтобы можно было этот бизнес на начальном этапе поддержать вот этими государственными мерами поддержки, хорошими консультациями. И вот э, программа «Юлию это получается сегодня совместный продукт, который мы делаем неправительственной организации, ряд неправительственных организаций вместе с Министерством труда и соцзащиты. У негізі жеке қосалқа қожалықтарды дамытуға өте өздерінің ықпалын көрсететін бағдарлама осы қосалқы қожалықтармен айналысып отырған ауылды жердегі кісілерді әйел кісілер ер азаматтардың негізі оқылық бағдарламалары білімдерін арттыру үшін біз осы үлкен бағдарламаның аясында ө онлайн платформаны ашып отырмыз фармс School скул деген үлкен онлайн платформа бұл платформада қазіргі кезеңде төрт оқулық бағдарламаны ұсынып отырмыз оның ішінде жылыжай жылыжайда көкөністі өсіру ы саңырауқұлақты өсіру және үй құстарын өсіру және де ара шаруашылығы енді бұл бағдарламаның тиімділігі о жерде ыы төрт модуль бар оның ішінде жаңағы оқылық бағдарлама видео ретінде әлбетті түрде Екінші өте қысқа лекция үшіншісі инфографика жалпы мәлімет төртінші модуліміз ол жаңағындай тапсырмалар тесттер әр модульден бір модульден бір модульге өту үшін әлбетті түрде жаңағы тапсырманы орындау керек ол дегеніміз біздің осы бағдарламаны игерем деген азамат азаматшаларға көмек және де өздерінің білімдерін арттыруға міні мынау ел өнім бағдарламасына бұл біздің ұсынып отырған құралымыз өте үлкен тиім, тиімді болады жаңағы көмек көрсетеді деп біз де қатты сеніп отырмыз және де өздеріңіздің қолдау арқа сүйеп біз осы бағдарламаға осы онлайн ә, мектебімізге қазақстандағы белгілі бизнес тренерлерді ауыл шаруашылық бағдарламаларын дамытып отырған эксперттерді жаңағы отырасльлік жаңағы эксперттерді шақырып отырмыз ә, бірге осындай оқулық бағдарламады дайындайық өте жеңіл түрінде тиімді түрінде жалпы халқымыз ә, осы ауылды мекен жерде тұратын қазір өздеріңіз білесіздер цифра жаңағы статистиканы айтатын болсақ үш миллион біздің қазақстандық ауылды жерді тұрады жоқ 8 миллион тұрады оның жаңағындай 3 миллиондайы жеке қосалқы шаруашылыққа айналдырып отыр және де жеке, жеке қосалқы шаруашылықтар қазіргі кезеңде ауыл шаруашылық өнімінің елу пайызын беріп отыр біздің осындай бағдарламалардың ә, арқасында жаңағы жеке қосалқылар дамып елу пайыздан жетпіс сексен пайызға көтерілсе ол да біздің тарапымыздан үлкен қосқан үлесіміз өйткені ә, ә, негізі дүние жүзінде осындай жеке қосалқы ә, қожалықтар ә, ауыл шаруашылық өнімінің сегіз сексен пайызын қазіргі нарыққа шығарып отырған жағдай бар сондай биік ә, ә, индикаторларға жетуге мүмкіншіліктер қазір үкімет тарапынан жаңағындай қолдау бағдарламалары бар біз тарапымыздан жақсы оқулық бағдарламаларды жүргізу және ауылды жерге барып ауылды әр облысқа барып жаңағындай форумдарды өткізе отырып осы бағдарламаларды насихаттап біздің беріп отырған әдістеме құралдамаларды қолдана отырып өздерінің кәсіп Ә, жағдайын көтеріп және де жалпы халқымыз ә, ә, жаңағы ауылды тұрған халқымыз өздерінің ә, өмір сүру сапасын көтере отырып табыстарын айтатын болса біз өз тарапымыздан осы бағдарламалардың басты мақсаты рахмет рахмет елена анатольевна следующее слово ә, предоставляется добрый аман. день спасибо вот так эмоционально мы по весеннему и по женски ярко Да, отстаиваем свои интересы и помогаем нашим женщинам. И рады поздравить с наступающим и объявить о начале Нового этапа конкурса Coca-Cola Bellisteri. Уже восьмой год подряд мы предлагаем нашим женщинам и образовательные программы, и, как вы сейчас слышали, теперь расширившись во всех регионах Казахстана. И кроме этого, каждая из женщин в Казахстане может участвовать в конкурсе на получение финансовой поддержки Международного фонда Coca-Cola. Это проект Coca-Cola Bellisteri с одноименным конкурсом Coca-Cola Bellisteri. С этого дня и до 10 октября ждем заявки женщин, делающих первые шаги на Ниве предпринимательства. Ждем на сайте ccb.kz для заполнения онлайн формы и подачи своей заявки. Удобнее всем подготовиться к этому процессу, пройти тренинги. Сегодня они достойны внимания и доступны во всех регионах Казахстана вживую. И кроме того, целый ряд онлайн-платформ открывается, на которых можно и заочно получить образование. В любой из форм женщина сможет получить сертификат, что станет необходимым условием в этом году для участия в конкурсе Coca-Cola Billystery. Так же, как и в прошлом году, будет предложено 10 грантов в сумме около полутора миллионов тенге, что позволит... Каждая из женщин, которая выиграет этот грант, действительно направить эти деньги на свой бизнес, на свое первое дело. Проект Coca-Cola Billisty охватил уже к сегодняшнему моменту 15 тысяч женщин. 850 из них участвовало в конкурсе. И 61 женщина получила грант. Эта статистика есть и на экране. И только за последний год мы видим рост участниц и ждем в этом году еще большего роста в связи с введением онлайн-площадок. И э, хотелось бы добавить, что онлайн-площадки призваны э, также и составить, и поддержать сообщество, сформировать сообщество женщин-предпринимательниц, с которыми будет обеспечена постоянная обратная связь, постоянная экспертная поддержка, поиск наставников и поиск единомышленников, возможная кооперация. То есть сегодня уже проект Coca-Cola Белистерия – это огромная аудитория, которая сможет помочь внутри этой аудитории друг другу и распространить знания для всех желающих. Проект Coca-Cola Bellisteri обладает огромным эмоциональным поддерживающим потенциалом, даже если женщина все-таки не сможет совершить свой бизнес, но она получит огромную поддержку единомышленников и партнеров. И эмоциональное самочувствие женщин для нас немаловажно, поэтому даже состоявшихся предпринимательниц, которые выросли в нашем проекте, мы продолжаем поддерживать. Они были участниками. Экспо ⁇ Стана 2017 ⁇ В прошлом году делегация женщин проекта участвовала на выставке Экспо ⁇ Пекин 2019 ⁇ И в этом году вновь лидеров проекта мы приглашаем, и они будут участвовать на Экспо. Объединенных Арабских Эмиратах дубая 2020. Поэтому, уважаемые женщины, дорогие наши женщины, вас с праздником. Участвуйте в нашем конкурсе, регистрируйтесь на наших онлайн-площадках, проходите обучение. Ждем вас и всяческих вам успехов. Спасибо. Телеканал ТДК Бауржан. У меня к ним труда вопрос. Можно подробнее? Вот под 4% вот, э, будет ли требоваться залог, потому что в сельской местности там, у жителей как раз с этим проблемы с залогом. И э, вот э, до этого, когда вот у вас тоже объявляли, что будут выделяться огромные деньги под льготный процент, там, льготные года, Но когда мы начинаем узнавать у людей, которые хотели взять этот кредит, они говорят: мы годами стоим, никаких денег не видели. и ы ә, проблемы с залогом также екі тілді айтып берсеңіз рахмет жақсы мемлекеттік тілде бастайын енді жаңа айтып кеттің ғой еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында жалпы былтыр осы бағытта дамытуға көптеген көңіл бөлініп келді жалпы былтыр екі сексен қаражат осы республика бойынша мына халықты қаржыландыруға бөлінді әрине ол қаржы аз қамтылған жұмыссыз өзін өзі нәтижесіз жұмыспен қамтылған азаматтарға бағытталған яғни оларды табысын көтеруге оларды жұмыспен қамту мақсатында жалпы осы екі мың он мың адам осындай шағын несиеге қол жеткізілді осы жұмыс әсіресе мына ауылдық жерлерде өте жақсы өтті ол жерде мына осы бағдарламаның операторы болып ауылшаруашылық министрлігінің фонд қаржылай қолдау қоры ауыл қаржылай қолдау қоры арқылы жүргізілді енді жаңа айтып кеттік қой жалпы мына мемлекет і осы халыққа былтыр алты пайыз мөлшермен бес жылға берілді ал ауыл шаруашылығын дамытатын болса мал өсіретін болса жеті жылға дейін берілетін енді мына жерде мына қамтылған және көпбалалы отбасыларға әрине ол дейтін мемлекеттік несие болғасын ол қайтарым қайтарылатын несие жеті жылдан кейін қайтару керек бірақ деген жаңа сіз айтып кеткендей олардың несие болғасын оның дейтін залогы болу керек сондықтан ол жағынан да деген жұмыстар жүргізілді енді осы төрт бен беруге мемлекет тарапынан 95 пайызы осы алған қаражаттың өзі залог ретінде

почти 18 тысяч человек. Это микрокредиты были рассчитаны, чтобы получили малообеспеченные, многодетные граждане, безработные и непродуктивно самозанятые. В сельские местности микрокредиты предоставлялись через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. У них имеется очень большая разветвленная сеть, гибкая залоговая политика. Вместе с тем Кредиты в прошлом году для всей категории населения под 6% годовых, сроком до 5 лет. Если на развитие животноводства, то до 7 лет с учетом сезонных климатических особенностей. В этом году для многодетных, малообеспеченных были введены отдельные кредитования, послабления в этом направлении, чтобы обеспечить их доступность. То есть я, как говорил, под 4% сроком до 7 лет. При этом эти кредиты возвратные, то есть государство дает, но вместе с тем будет через 7 лет обеспечивать возвратность. То же самое хотел сказать, что под 6%, под 4% — это единственная программа МБЕК, которая предоставляет под такие условия кредитования. Если посмотреть вот это потребительское кредитование, там, ипотечное кредитование, там процентная ставка 17, 20%. То есть человек для развития бизнеса получает почти бесплатные деньги. Да, есть условия возвратности, при этом ставит государство. Но вместе с тем, конечно, есть вопросы, что у всех у некоторых сельских жителей имеются вопросы, недостаточность залоговой имущества в этом направлении государства применять механизм гарантирования их возвратности, то есть гарантирует их возвратность кредита. На сегодняшний день именно для малообеспеченных многодетных семей 95% от суммы микрокредита гарантируется уже государством. Но вместе с тем, конечно, здесь предъявляется особая. Как бы обязательства перед теми заемщиками, которые берут эти кредиты, то есть они должны понимать, что кредиты это тоже не бесплатные деньги, есть по нему необходимо отвечать, это деньги, наши с вами деньги, которые поступили из налогов, эти деньги даются именно для развития бизнеса. Ага, спасибо дополнить. Дело все в том, что мы уже каждый год об этом говорим, что когда мы даем нашим сельчанам кредиты, все-таки надо, вы правильно отметили, что надо смотреть на их возможности. Поэтому мы считаем, вот наш опыт показывает, что если и давать кредиты, то не выше 3% надо. Раньше государство выделяло под 6-7%, сейчас вот мы их убеждаем, дошли уже до 4%, а вообще, наверное, а вот более трех нельзя делать сельчанам, потому что очень сложно возвращать. А вот выигрышный момент нашей работы, вот то, что мы сейчас проводим, вот нашего проекта, в том, что, во-первых, мы не ждем, когда к нам люди придут, мы идем сами к ним в село, собираем, рассказываем, учим их и даем гранты. Это не потому, чтобы как-то э, вот э, я считаю, что гранты даем мы для чего, для того и причем безработным женщинам, желающим работать, потому что не любая женщина э, пойдет спокойно и возьмет кредит там и так далее. Для того, чтобы взять кредит, у нее должна быть уверенность, и вот наши гранты помогают им встать твердо на ноги, э, посмотреть свои возможности, может вести бизнес или нет, а уже когда она встает на ноги, то она уже не только собой занимается своей семьей, она уже привлекает близлежащих своих друзей, родственников, вовлекает в это дело. И вот развитие кооперативов, я считаю, закон-то вышел давно о кооперативах, но почему-то мы не двигаемся. вот у нас сейчас вся надежда на женщин, потому что у нас есть уже зачатки, вот как бы, да, начало, то, что кооперативы, они объединяются, работают и так далее. И, конечно, вот сейчас Ирике сказал, что вот 18 тысяч человек получили. Да, они, конечно, получили, но остальные об этом не знают. То есть слабое, слабое звено вообще в любой работе наших государственных органов, я считаю, что недостаток информации. Надо все-таки показывать эту работу, надо э, рассказывать об этих женщинах. Вот мы, у нас лидеры свои, вот мы сейчас, э, наши спикеры сказали, э, что книга вышла э, именно об истории из успеха 100 женщин. И эта работа будет Салтана Тимирковна продолжаться, да? Потому что у нас лидеров очень много среди сельских женщин. И, конечно, хочется обо всех рассказывать. И мне кажется, государство тоже должно сегодня в упор в своей работе делать именно на информационно-пропагандистскую работу, чтобы видели, кому даются эти кредиты. Работа должна быть прозрачная, открытая и доступная для всех. Вы задали вопрос, вопрос насколько доступность. Да, коллеги. Мы хотели как раз сказать, мы на прошлой неделе встречались с министром труда и социальной защиты, тоже поднимали этот вопрос. Поэтому наш проект Елю он будет как раз в этом плане как мониторинговый, потому что там будут, мы будем мониторить не только женщины, которые получают, получатели АСП деньги, прошлогодние, которые БАСТАУ прошли, те, которые микрокредит могут получить по 4%, какие там барьеры. Вот они подготовили документы. Тогда мы узнали от министра, что почти 95% залогового обеспечения обеспечение обеспечивается за счет государственной программы. Как раз у нас хорошая возможность в рамках проекта ЕЛЮНМ просмотреть, как вот эти предлагаемые меры господдержки, они реально доходят до конечного потребителя и какие есть барьеры. Поэтому приглашаем вас вместе с нами мониторить наш социальный проект ЕЛЮНМ, который сейчас стартовал в восьми областях. Самыми передовыми сейчас идет Туркестанская область, Карагандинская, где уже подготовлены списки, переданы в управление занятости. И мы с ними сейчас отрабатываем, вот на каком этапе, как они будут получать. В этих селах, кто подал документы на микрокредитование по 4%, если они об этом и знают, мы в рамках мы их информируем. Поэтому э, очень хороший вопрос. И мы надеемся, что в рамках этого проекта получим срез, мониторинг вот, вопроса доступности всех мер господдержки. Спасибо. Еще вопрос один, последний. Вот 4%, 20 миллионов вы даете только для АСП, да, который, в смысле, уязвимым слоям населения. А почему вы ограничиваете этот список? Есть же масса людей, которые не могут получить кредиты, хотят получить кредиты, но не могут получить кредиты. И они тоже платят налоги, это тоже их деньги. Нельзя ли расширить этот список, чтобы им тоже было хорошо? Вопрос понятен, конечно. Иногда хочется всем сразу. Итак, вот у нас есть 6% годовых. Я же повторю, что нигде у нас в государстве нет программы, которые ниже этой программы дают именно на развитие бизнеса. Она очень доступна. Вот насчет доступности уже говорите. Тем более мы в прошлом году 40 тысяч граждан получили именно бесплатные гранты. У нас да есть вопрос проблема за кредитованность населения. Человек хочет взять, но у него есть потребительский кредит, по долгам есть у них задолженности именно но хочет развить бизнес и он не проходит через как бы первое кредитное бюро, поставил черный список. Вот такая проблема. Но вместе с тем, кто хотят бизнес мы хотели для всех дать, но именно те, кто сейчас наиболее нуждается, мы делаем именно уже первый год, именно 4% понизили, именно сфокусировать именно наиболее, которые не, наименее недоступны граждан. Вот это многодетные семьи. В основном их доход именно идет на содержание Малообеспеченные семьи. Почему малообеспеченные? Потому что да, у них нет доста достаточно залога имущества. Начать их категории граждан, тем более мы как бы Министерство именно со, труда и именно социальной защиты населения. И наш фокус на часть тех людей, которые сейчас наиболее нуждаются. Если, да, понимаем, что именно 4% он вызовет как бы ажиотаж, что все население захочет. Но в будущем мы, наверное, будем идти, чтобы уравнять. В прошлом году, я же повторюсь, что мы гранты были у нас 100 МРП, 200 МРП. 100 МРП было для всей категории граждан, то есть для безработных, самозанятых, к примеру, скажу, 200 МРП, это было для молодежи, которая хотела, опять же, для многоспечных. Потом тоже возник вопрос, почему этой категории 100 МРП, потом 200 и с этого года у нас унифицировано 200 МРП. Может, и следующему году, с учетом вот тех вопросов, которые мы будем реализовать, на его успешности, то есть вот эта процентная ставка будет унифицирована. Спасибо. Рахмет, <реком> Арптестер, тогда сұрақтарыңыз бар ма қазір, қазір. Ә, саламатсыздар мадина жатқанбаева человеки и закон газетінен менде сұрақ бірінші былтыр сол ауыл ел бесігі жобасында қанша ауыл әйелдері і оқытылды потом второй вопрос мне акерман вам По проекту Coca-Cola Белистира будет ли продолжаться в следующем году? Рахмет. По первому вопросу, то, что вы задали. Да, конечно, есть государственные программы согласно которым бизнесу учат всех желающих, в том числе и сельских женщин. Но у них э, условия такое, они должны оставить хозяйство, как минимум на две недели, а то и месяц поехать в город. Да, им оплачивают полностью все расходы, вопросов нет. Но сами же понимаете, какая женщина в селе бросит хозяйство, детей и уедет на две недели, на месяц. Да, у кого-то есть возможность, но не у всех. Э, вот. А наша программа, она выигрышна тем, что мы сами Едем в село. Не надо никуда никого отрывать от хозяйства. Мы едем и там на месте обучаем. Поэтому в этом плане, конечно, оно выгодно и мы уже проводим на протяжении всех этих лет обучение такое, как я уже в начале говорила, около 300 мы тренингов провели. Охватывали мы, как сегодня Александра сказала: вначале мы начали с Акмолинской и Алматинской областей. Потому что накануне Экспо мы начинали, хотели, чтобы женщины наши заработали. Вот. А сейчас оно, конечно, охватило и другие регионы, практически все регионы. Мы сегодня, вот, проводя областные, республиканские форумы, мы практически охватываем всех женщин. Можно дополнить? Вот прошлый год вы спросили, какая численность. В прошлом году 2000 женщин обучили 60 сел. В этом году тоже мы обучаем 2000 женщин в четырех областях. 60 сел. Это 15 сел Акмолинской области, 15 Карагандинской, 25 Алматинской области. Вот как раз Елена Анатольевна является координатором этого, руководителем проекта по Алматинской области. И Костанайская в этом году дополнительная четвертая область, где 5 сел женщины пятисел, которых мы привлекаем к обучению. Но в прошлом году, так как провели областные форумы, в рамках областных форумов мы проводили дополнительные тренинги. И поэтому за прошлый год, можно сказать, в целом численность, как сказала Александра Акерман, где-то около четырех с половиной тысяч, которых мы обучили сельских женщин вот, бизнес-основам. Да. В этом году с программой Елюнема, так как там лидерами являются наши Победители конкурса Coca-Cola Белестеры и активные наши лидеры форумов сельских женщин, мы планируем, что это число увеличится, потому что в рамках Елюнема мы будем также обучать основам, разработанным методическим проектом, разработанным в нашем проекте Coca-Cola Белестера. Спасибо. И что касается продолжительности проекта, проект существует уже восьмой год. В этом году сезон только начинается, то есть данная пресс-конференция открывает новый сезон тренингов и новый сезон конкурса. Тренинги начнутся в конце марта и продолжатся до ноября, вплоть до Республиканского форума сельских женщин. Каждый год мы рассматриваем возможности расширения и усиления этого проекта. Можно сказать, что... Этот год только начинается, то есть мы должны посмотреть на результаты года и решить, в каком формате мы будем продолжать. В этом году я считаю, что у нас очень много новых инициатив, включая онлайн-тренинги, включая расширенный формат сельских форумов и тренингов в их рамках. А также мы планируем для тех женщин, которые не смогут посетить региональные центры и участвовать в тренингах в региональных центрах, мы планируем... Инициативу "Мобильный караван Coca-Cola и Белистире" это мобильная тренинговая команда, которая приедет в отдаленные села вокруг этих региональных центров. Так что наши планы довольно обширные для этого проекта. Спасибо. Мы не теряем надежды, что и наши компании в рамках ответственности бизнеса, тоже социальной ответственности, тоже примут участие. рахмет әріптестер тағы сұрақтарыңыз бола ма коллеги будут ли еще вопросы сұрақтарыңыз болмаса осымен баспасөз конференциясын аяқтаймыз келесі кездескенше аман сау болыңыздар